Япония – страна загадок. Традиционный автосалон в Токио называется Motor Show и проводится по нечетным годам. Однако осенью 2021 года Motor Show отменили из-за пандемии. В итоге все запланированные новинки прибыли на январский автосалон, который также принимает столица Японии. Обычно эта выставка посвящена тюнингу, но теперь ей в буквальном смысле пришлось поработать автосалоном. Марка Mitsubishi организовала здесь премьеру сразу 7 концепт-каров, а главным экспонатом выступил эффектный кроссовер Vision Rally Art, созданный на основе недавно дебютировавшего гибридного Outlander'а. Задача шоу-кара — показать потенциал возрожденного спортивного суббренда Rally Art. Поэтому концепт имеет оригинальный обвес, расширители арок, усиленные тормоза и перенастроенную подвеску. О силовой установке информации пока нет. Другой любопытный дебют — машинка со сложным названием KEV Concept X-Style. Это электрическая версия серийного K-кара Mitsubishi EKX. Технические данные также остались секретом, но вскоре три бриллианта начнут выпуск такого хэтчбека. Другие премьеры Mitsubishi представляют собой результат заводского тюнинга. Скажем, яркие кроссоверы Outlander Rally Art Style и Eclipse Cross Rally Art Style призваны продемонстрировать набор аксессуаров от ателье Rally Art. В свою очередь, Outlander Wild Adventure Style доказывает, что японский SUV можно подготовить для путешествий. В туристических возможностях минивэна Mitsubishi Delica никто не сомневается, но его тоже подготовили для вылазок на природу. Наконец, микровэн Minicab IMF длиной всего 34 дециметра превратили в автокемпер. А почему нет? С милым, как известно, рай и в шалаше. Вообще, по всему миру сейчас возник преогромный спрос на технику для путешествий. Поэтому кемперами становятся самые разные автомобили. Взять, например, электрическую версию мерседесовского V-класса, что продается под именем EQV. Изначально выпуск кемпера на ее базе не планировался, но спрос родил предложение. В итоге минивэн разжился кухонным блоком, небольшим холодильником, двуспальной кроватью и отдельным шкафом для вещей. На одной зарядке зеленый автодом может проехать либо 230, либо 360 километров. Все зависит от выбранной при заказе емкости аккумулятора.